Марина Новикова часто гуляет с двухлетним внуком Александром в лесопарке. Уголок природы рядом с домом. Единственное, чего не хватает этому месту – детской площадки, считает женщина. Ждем, когда здесь будет площадка, и вот этот молодой человек будет здесь гулять. Лишь только дождался, а то вырастет. Большой будет, пока построит. Ждем, ждем. Лучше поздно, чем никогда. Детскую площадку должны были построить еще летом, но по каким-то причинам уголок для отдыха подрастающего поколения так и не появился. Работы начались только сейчас. Пока здесь горы песка и расчищенные места для фундамента. Качели и карусели находятся в разобранном состоянии. Рабочие нас заверили, детская площадка в лесопарке появится уже через неделю. К слову, на ее строительство было выделено порядка 3 миллионов рублей. По крайней мере, такую цифру обнародовали СМИ. Также интернет-медиа сообщили причину задержки строительных работ со ссылкой на администрацию города. Все казалось прозаично, помешала плохая погода. Поэтому работы по благоустройству начались только сейчас. Здесь будет асфальтовое покрытие, потом будет специальное покрытие, детское мягкое покрытие, и будут установлены детские карусели. Детские карусели, скакалки, канатная дорога. Ну, все, чтобы наши дети развлекались. В выходные дни Антон Гущин с сыном Арсением любит погулять в лесопарке. Центр уличного спорта под мостом они уже оценили. Им там нравится. Теперь ждут, когда появится детская площадка. Только плюсы, что облагораживают территорию и как бы привлекают молодежь к здоровому образу жизни. Хорошо, как бы все правильно, для детей, все для детей. Несмотря на то, что скоро наступит зима, рабочие уверяют, и детям, и взрослым здесь найдется занятие. Интересно будет всем, независимо от времени года. Зимой здесь будет резиденция Деда Мороза. Вот планируется построить резиденция Деда Мороза. Она переедет сюда с улицы Почтовой. Здесь будет стоять елка большая. То есть Дед Мороз, Снегурочка, снеговики, различные развлечения. То есть всех рязанцев ждем здесь в лесопарке. Горожане уже с нетерпением ждут, когда в лесопарке появится место для детского отдыха. Главное, что совсем скоро досуг ребят самого разного возраста станет интереснее и разнообразнее. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город».